На командира взвода в Уссурийске, где погиб срочник из Магнитогорска, завели уголовное дело. Военные следователи подозревают его в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает сайт Уссурмедиа. Журналисты пишут, что на теле солдата из Магнитогорска есть следы побоев. Возможно, парня мог избить арестованный старший лейтенант. Как накануне рассказала правозащитница Валерия Приходькина, у молодого человека был конфликт с 36-летним командиром части. Это же подтверждают сослуживцы погибшего. Старший по званию якобы бил парня за каждую оплошность и даже будто бы угрожал ему, а потом молодой человек исчез. Напомним, тело 18-летнего срочника нашли 30 марта в лесу возле войсковой части. В армию парня призвали 20 ноября прошлого года, и, по словам близких, он сам туда хотел. То есть настроение-то у него было на это все. То есть он считал, что он подготовленный. И родители были твердо уверены, что он подготовленный. Он туда пришел, там казалось все не так. И вот сыщики арестовали командира части, где служил погибший, чтобы установить кое-какие детали, которые, возможно, могут повлиять на ход следствия.